Скажи, ты про первую часть хоть что-нибудь знаешь? Или вообще ничего? Ну, тут немножко расскажут, конечно, но вот. Вот это первая часть. Это значится Элли.
взрослый чувак. Это Джоэл. Вот они вдвоем. Тоже из первой части, это из концовки. Но он там сейчас все расскажет. Вон какой он тут суровый и проработанный. В курс дела, значит, введет. Она, короче, девочка. У нее обнаружили иммунитет. Вон у нее на руке шрам. Он вроде не так выглядел от укуса, да. Она не может заразиться, и, короче, ему надо отвезти ее к так называемым цикадам, группировка, которая что-то хочет хорошее сделать. А вот зомби, зараженный на первой стадии. Вот такой вот красавец. А щелкун — это уже, короче, пипец. Грибок уже из головы сделал грибок. Это уже финальная стадия заражения. Дело страшное. Новая игра. Я, короче, так решил. Мы быстренько пробежимся по сюжету. А когда дойду до того места, где остановился, буду играть уже как привык. Занудно и тупорыло. Вот. Вот такие загрузочки с бабочками. Ну, то есть, тут всего одна загрузка. Когда ты игру начинаешь, больше загрузок нет. Нет, клёво. Господь, Господь. Так. Вот и... Вот и Господь написан на экране. Naughty Dog называется. А вот проклевывается графон. Не понимаю, как так вышло. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны, она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Может, я купился на эту идею найти лекарство, а может, просто хотел помочь ей. И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они и правда собирались сделать лекарство. Я, честно говоря, не уверен. Здесь так все на максимум. Сейчас попробую в настройках что-то посмотреть. Возможно, если я убавлю себя, так, секунду, где эти чертовы настройки то я вообще не могу себя. Показ. Ну, что я могу сказать, походу,
Я даже себя потише сделать не могу, хотя, может быть. Контроль громкости наушников. Настройка уровня микрофона. Так, может быть. Ну вот, послушай, так, что-то изменилось. Я стал потише, может быть. На заводе. Ну, блин, я уже ничего не могу. Я могу все остальное сделать потише, а речь погромче. Я просто субтитры не включал, потому что они мешают. Тут все полностью на русском. Ну, а зачем читать текст и отвлекаться от того, что на экране происходит. В общем, я не знаю, что я могу подкрутить. Здесь нет настроек для стрима. Ага. Сейчас верну. Все верну. Так что тебе, блин, субтитры включить или что? Сюжетные реплики. Размер елки. Тут такая настройка субтитров, просто офигеть. Ну, средние, наверное, или маленькие, средние. Без фона, имена. Цвет имен включим, выключим. Направление, обойдемся. Короче, говори, как тебе, ну, какие хочешь. Давай, средние, цвет. Давай скорее уже. Средние нормально? Ну, блин, белые, окей, белые, это такое дело, размер. Все, средние оставляю, если что. Средние. Пожалуйста. Вот только она бы погибла. Господи. Доктор? Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Я он всех убил. Пи-пи-пи-пи-пи. Спойлеры к первой части, которая уже прошла. И что же ты? Спас, да. Я ее спас. Я ее спас. А, Томми напротив, это его брат, короче. Держу. Брат Джоэла. Перекрыть выходы! Тебе не уйти. И больше, по-моему, персонажей из первой части не осталось. У Томми есть жена. Она, походу, тут всем заправляет. Господи. В конце игры они приехали вот в этот город, где они сейчас. Серьезно. Что ты сказал Элли? Я сказал, они провели тесты. Я сказал, иммунитет ничего не значит. И она поверила.
ничего не ответила. Пора возвращаться. Плавненько заставочка у нас приходит в Вигору с мертвыми людьми, с конями. В Red Dead Redemption конь, конечно, получше, но тут тоже неплохо. Ну, управляется, по крайней мере. Выглядит тут все супер. Вот, кстати, на гитаре, по-моему, струн нету. Но я их не вижу. Да, их нифига нет. Ну, давай. Ну, он бы лады по-другому не протирал, в принципе. Вот, это нам показывали... Еще в трейлерах, это я помню. А вот этот город. Он называется Джексон. Брата можно называть Томми Джексон, потому что он там живет. Там животные бегают. Кроль. Ручной воды эффектов особо нету, только вот брызги такие есть, она никак не деформируется, а лужи, они потом будут, это они офигенно выглядят. А? Что-то толкнул. Извиняюсь. Вот. This is America, если кто забыл. Напоминаю. Здорово, я приехал. Томми, ну пойдем, я приехал. Да, спасибо, я далеко зашел, я проехал на лошади, вот как видишь. Спасибо, что заметил, что я далеко зашел. Тут было сложно. Касаемо того, о чем мы говорили. Наверное, я поступил бы так же. Обещаю, я никому не расскажу. Какой вопрос? Я не вижу вопроса.
вижу утверждение. Увидимся, Томми. Ну, часа за полтора спокойно дойдем туда, куда я прошел. Я мало играл. По сути, я думаю, не за час дойдем, потому что если выкинуть мою манеру прохождения, то как бы раз-два и на месте. Услышит Джоэл. У нее Walkman в уши вставлен. Боже, зачем так пугать? Я стучался на... Ну? Что такое, Джоэл? Просто зашел. Люди... Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им помогаешь. Я что-то сомневаюсь. Хорошо. Ага. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться. И он... Он рассказал мне шутку, я хотел рассказать тебе. В первой части она все время шуточки читала, нашла журнальчик с шутками и читала все время по мере прохождения. Поздно, мне вставать через пару часов. Да, я понимаю, я сейчас оставлю тебя в покое. И все шутки дурацкие, потому что это журнал с анекдотами. Только покажу кое-что. Там нет хороших шуток. Она вообще не хочет уже с ним тусить. Что это? Некоторые называют эту штуку бревном. Смешно. А кого еще называют бревном? Сыграть тебе? Давай. Сейчас будет песня в исполнении русского дублера с офигительным акцентом. Вот струны появились, но натянул, наверное. Ты не будешь смеяться. Я не буду. Затяжка у него на третьем ладу. А зачем она нужна? Можно же просто все струны подкрутить, как тебе надо. Или... Я тебе не верю. Или это чтобы упростить задачу. Я не знаю. Я не гитарист. Я не гитарист, но играть буду. Ну, я разыгрался. Блин, я думал, сначала дадут. Продолжаю.
try and sometimes you succeed to make this man of me. All my stolen missing parts have no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see. Да, это была сложная песня, вот так вот сыграл. Ну, вот так вот. Не так уж и плохо. Ах, кто-то акцент мой слышала. Я уж как умею. Да. Видимо, он из Британии. Она твоя. Нет. Нет, я же не знаю, как на ней играть. Я же обещал, что научу тебя играть. Да, это правда. Ну так что, завтра начнем? Ладно. 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 Ну все, она повеселела и теперь хочет с ним тусить. Заходи, если что. Ты вспомнил ту шутку? Почему от скуки хочется разбить часы? Чтобы убить время. Глупость какая. Оу, yes. Спи, малышка. Вот так вот. Нифига, как по ушам дало. Я-то это без наушников проходил. Эпично. Чайно. Прости, проспала. Дай мне минутку, я оденусь. У тебя после моего ухода та еще ночка была? Она поцеловала меня. Просто Дина такая Дина. Это ничего не значит. Я вообще-то о твоей ссоре с Сетом. Ха, спалил. Ты целовалась с Диной? Ха-ха-ха. О. Нет. Я думала, мы что... Мы с ней неделю как расстались, а ты к ней лезешь? Ну да. Нет. Она, наверное, хотела, чтобы ты ревновал. Я бы не... Ух, черт, как неловко-то. Да я прикалываюсь. Мне все равно. Одевайся. Ты ужасен. Ужасно то, что ты сделал. Не собирайся, не опаздывай. Окей. Нормально. Казай, белив. Бандун. Every sin I see. Тут есть зеркало. Могло быть хуже. Да, вот так. Курточку оденем, а то замерзнем. На улице не 30 градусов тепла, знаете ли. А, да. Ну,
шарика на груди нету пока. Джоэл уже встал? Отстой. Чё, котенок? Садись. Молчи. Я собиралась вставать. Правда. Ты все взяла? Да. Перчаточки вот надевает. Анимации просто огонь тут. Так плавненько двигается просто. Короче, с утра все разговоры о тебе. Что? Я же все правильно понял. Ты целовалась с Диной. Она со мной. Из-за чего Сет назвал тебя нехорошим словом? Ага. Потом Джоэл ему врезал. Просто толкнул. И ты наорала на Джоэла. Вот этого я не понял. Вчера был странный вечер. Да уж. Да тот еще вечерок. Котенка я погладил. Она даже твое первое слово в последнем комментарии не пропустила через фильтр YouTube комментов. Я нажал на кнопку, чтоб все показывал. Мария хочет поговорить. Где она? Добрый день, я вас не пропущу. А нет. Это из-за Сета? А нет. Не знаю. А-а-а-а. Скажи, ты меня не видел. Не-а. Ты мне вообще друг или как? Что за наезд? Здорово. Господи. Не особо привлекательная женщина. Привет. Это вы мне? О, тут Глинтвейн разливает. Чё в чашке у тебя? Пустовато. Не, это хорошо, что тут есть медведи. Они, я думаю, зараженных перебили не меньше наших. Нальешь? Или сами пошли в закон. Смотря какой зараженный. Чашка с рыбками. А, смотря какой медведь. Чё ты там пялишься? Что ты там увидел? Что? Ну фонарь светит. Чё, дурной? Чай, на дверь уже открыть сам не можешь, да? Давай. Слушай. Ты не в обиде, да? На тебя? Да брось. Мы с Диной все. Я знаю, все. Ты просто не подумай. Элли, я не в обиде. Честно. Честно, честно. Спасибо. Не так. Red Dead Redemption 2. Это она. Пес пришел. Вот, котенка, я тут погладить не могу. Привет, старичок. Но ты этого старичка могу. Нормально наваливает. Детишки тут валяются, он вообще по полной программе. Давай, Чайна, на собаку не наступи. Эй, Элли. А? Осторожно. А вон мужик, который в меня залез. Который мясо достает. Вот так вот, оп. Нормас. Ребёнок. Ух ты, посмотреть. А я сам посмотрю. Кто сказал? О, привет, Элли. Здрасте. А чё они, блин, обсуждали? Я... Вот собаки, блин, ещё этот косится на меня. Про меня что-то говорили. Ладно. Идем чайно. Опять дверь открыть не может. Завтракать будешь? Нет. Где Мария?
Вон там. Извините. Элли, подойди сюда. Здорово. Вот, вот она, жена Томми. Сет хочет тебе кое-что сказать. Я не хочу слушать этого шовиниста. Выслушай его. Прошу. Кто такой шовинист? Ну-ка, давай, знаток, скажи. Ладно. Сет, подойди. У меня четкого понимания нету. Элли. Слушай, вчера я был... Я выпил лишнего. Ничего. Я хочу сказать прости. Леспиянок типа не уважает сказал, или что? Дина идет в патруль. Не понравилось, что целовались там, тихо. Сделал вам сэндвичи. Сэндвичи. Ладно. С говядиной? С говядиной. О! Спасибо, Сэд. Да. Ну. Ау! Будьте осторожны. Котенок. Ага. Благодарю, Эль. Что тут у тебя? Шовинистская еда. С говядиной. Пахнет вкусно. Mm. Забирай. Не будешь? Бери. Иди прогуляйся. Ну, интересно, чем отличается шовинистская еда от другой еды? Я наверное, хочу, чтобы ты подменил Томми и Джоэла. С говядиной. Ребятам давно нужна передышка. Где мне их искать? В опорном пункте на северо-западе. Они будут там к вечеру. Будь начеку. Зараженные стали попадаться слишком часто. Ладно. Я хотела смотреть тропы у ручья. О, белочка. Кому-то это поручить. Элли, знаешь тропы у ручья? Не знаю. Мо. Дина там бывала. Ребенок с гигантской головой. Агу. Значит, решено. Ну давай, оба. Элли. Можно тебя на сейчас, погоди. Да. Прошу прощения. Тут вон детсадовцы что-то балдеют. Че вам надо? Э? Чего? Ну че? Я не знаю, чем тебя мог обидеть Джоэл. Мария. Ты ему очень дорога. Я уверена, он не нарочно. Все в норме. Да? Да. Так а что не нарочно? Он заступился, типа. Че она вообще? Че ей не нравится-то, Элли? Спасибо. Знаешь, ты не орать. Подожди минутку. Проводи свою подружку к конюшне, пожалуйста. Дина, у тебя есть минутка? Да, ха-ха-ха. Стоп, игра! Чем без нее игра не идет? Ноги у нее такие, конечно, интересные. Я хотела извиниться за то, что вчера сбежала. Да ладно, чего ты? Я все понимаю. Мне самой совестно. Почему? Это же я тебя подставила. Взяла и зачем-то поцеловала тебя на глазах у всех. Ты напилась, и... бывает. Все равно, ты просто не думай. Да я поняла, это так. Прикол. Знаешь, что я в тебе люблю? Это прикол, тут но нет никакого лесбо-конфликта. И она никогда не перебивает. Нам, наверное, уже пора ехать. Ай, вы охренели? Я вообще не играю! Упс. Аккумулятор разряжен. Надерем ему зад? Не подготовился я. Да, давай. Ну, сейчас надерем зад. Мы вас уроем, гаденыши! Офигеть! Прячься! Быстрее, быстрее! Не. Иди сюда! Как мы там? Мы вас отделаем, сосунки! На, сосунок. На, сосунок. Он спрятался. На, сосунок. Нравится?
На, сосунок. На, сосунок. Оп. Сосунка. На. Жри, снег. И говно. Ау. Вот пес. Ау. Это у ворота не работает. Получай, сосунок. Ау. Да возьми снежок-то. Ау. Ау. Родители тебя не любят. Ой, у тебя снег в волосах. Нечестно. Получите. Честно. Нравится? Лови ее. Вам это с рук не сойдет. До 20 метров от телефона, ты что, больной? Зачем тебе такие наушники? Где ты этот провод прячешь? С ума, блин, сошел. Зачем тебе 20 метров от телефона? Ты что, слушать пришел или смотреть на игру? Здесь, кстати, есть потрясающие настройки для людей с ограниченными возможностями. Вот тут есть для незрячих очень много всего. Для тех, у кого телефон на 20 метров, блин, наушников, пипец. А ну, слезьте с нее, изверги! Эли! Эй! Все, хорош! У нас вообще-то дела есть. Сама напросилась, да? Ага. Пошли. Блин, я опять не увидел, куда дети свалили. Так, секундочку. Мне нужна минуточка. Прием. Я на месте, спортсмены. Я тут успел поползать. В общем, Джесси поручил нам тропы у ручья, а он подменит Джоэла. Котенок. О, мило, что он послал нас вместе. Маршрут тебе понравится. Доброе утро. Доброе утро. Капец, блин. Тут анализы сдают. Чё в банке? Девчонки, я их отведу. Да. Спасибо. Давай-давай, это вилкой ты такой, да? Давай, раз-раз-раз. Чисти говно. Так, а где мое имя? Джоэл, Томми на месте. Во. Элли и Дина. Это я. Я
умница. Смотри, кто пришел. Спасибо. А че он так со мной разговаривает? Искра. О, смотрите, как-то идет с нами. Она сияет, как лампочка. Одно тебе. Патрончик на месте. И одно тебе. Открывайте! Успокоились, детки. Слушайте. Вы все старше. Идете по маршруту, отмечаете в журналах, убиваете зараженных. Если не можете с чем-то справиться, возвращайтесь. Будьте разумны. Ну ладно. Пошли. Так, ей было 14 в первой части. Прошло 4 года. Значит, по моим математическим подсчетам, ей 18. Ну тогда да. Пускай чешет зараженных, убивается. Прошло еще 4 года, и Элли стала вот такой. Как мы можем видеть, с наступлением апокалипсиса качалки не закрылись, и спортзалы всякие. Привет. Привет. Это чтобы мы понимали и ничего не перепутали. В субтитрах написано «женщина», «мужчина». Я разговаривала. Опять странно, скрипел. Можно перепутать на самом-то деле. Если бы не коса, то вообще. Ты где пропадал? Хватай вещи, покажу тебе кое-что. Что? Не бойся. Что он хочет показать? А у мистера Поттера есть его член? Пойдем. Сюда. Да уж, коса. Ты единственная часть этого персонажа, что придает ему женственности. Может, все-таки дождемся, когда солнце взойдет и потеплеет? А где оно? Нет. Это срочно. Оно разве... А сказать ты мне не можешь? Не вон там? Видишь сама. Вроде взошло. В таком освещении, мне кажется, солнце уже на месте. Или это луна так светит? Раз-раз. Та. Ша. Та. Преодоление. Анимация офигенная, но прыжки тут очень забавные. И тебе тоже. Чем дальше на юг, тем красивее виды. Может, поедем дальше? Чем дальше в лес? Я об этом думал. Заглянем в родной город Мэнни. Да, по-моему, он немножечко приукрашивал. Да, скорее всего. Вот так. Пролезают под бревном. Ты что, здесь ночью ходил? Да. Ну, пойдем.
А вот заценяй прикол. Если так и дальше пойдет, у нас не останется сил на вылазку. Тут недалеко. Слушай, что с мамой? Она последние дни сама не своя. За нее не бойся. Хватит чудить, ты меня пугаешь. А что такого? Прыгай осторожнее. Давай, прыгай, какашка. Оу. С задачей не справились. Слишком высоко. Давай. Стыкотно. Прям слишком уж ей высоко, я смотрю. Сыкотно прям по полной. Чё она, блин, так замылила её? Обычно нормально всё. Смотри на меня, Эбби, не смотри вниз. Да я уже смотрел. Оуэн, а обратно идти тем же путем? Перебдела уже. Вот, сейчас вообще ничего не размывает. Но лучше бы размывало на самом деле, а то это прям... Графон на месте, так сказать. Для тебя это шанс преодолеть свои страхи. Надрать бы тебе задницу. Эбби, не кокетничай. Это здесь? Мы на месте. Вашу мать. ЦСКА здесь. Это же целый город. Ага. Угу. Ты кому-нибудь рассказал? Еще нет, ты первая. Я видел здесь вооруженный патруль, идущий вон к тому блокпосту. Там еще несколько блокпостов. У них там электричество, пушки. И куча народу. Ну, мы справимся. Ладно. Предположим, он там. Как к нему подобраться? Можем подкараулить один из патрулей и узнать. А потом, не знаю, как-нибудь выманим его. А, ну да. Уверен, они будут рады поделиться информацией. Мы их заставим. Ты себя слышишь? А ты меня видел? Что Ладно, я не хочу себя ассоциировать с этой. Что с тобой происходит? Штуковиной.
Мел беременна. Oh, yes. Ясно. Дело не только в этом. Мне поздравить тебя? Когда остальные это увидят, они захотят вернуться. Мы убедим их, да? Знала же, что нельзя на тебя положиться. Эбби, я хочу того же, что и ты. Но не любой ценой. Любой ценой. Увидимся в старушке. Пакета. К черту. Да. Ей насрать, понимаешь? Вот и весь ответ. Паркур. Спасибо, я позу уже принял. А вот что интересно, она покатится с горки лежа. А тут не так уж и... Круто. Выглядит абсолютно живенько, я бы сказал. Возможно, это даже не мистер. Можем фотку сделать совместную. Ну, еще. Отдыхающие тут на месте. Сколько их? О, черт. Здрасте. Кстати, здесь теперь не нужно долбить по кнопке. Здесь теперь нужно ее зажать. А сейчас меня внезапно сожрут. Так что не пугайся. Или как дела? Блин, я все равно успел испугаться. А вот здесь надо долбить. Пусы, пусы! Bam.
так уж страшно было, женщина. Успокойтесь. Ау. Да, нормально, я вообще не покоцался. Чего вы гоните? Кстати, вот что осталось от этой башки. Тупой. Вот так в Dead Island наверняка нельзя было делать, да? Ладно, на спуске как-то не особо получается. Но обнимаемся с ним вот. Нормально. Теперь они обнимаются. Вот, теперь как на подушке лежу. Класс, так удобно. В чем проблема, я не понял. Чего не нравится-то? Это геймплейная такая функция, понимаешь? Вот велосипед есть, смотри, можно его... покатать немножечко. Как отсюда выбраться? Как им кверху? Как? Вы орете. Привет. Где опорный пункт? Я вот, кстати, не проверял. Фонарик должен меня, в принципе, палить. Или нет? Лошадка. Здрасте, мистер.
кек. А чё, фу? Чего фу-то сразу? О. А что это у нас? Плато каунт. Не знаю, что это, наверное, вкусно. Ям-ям. Уточка. Упс. Саночки. Олень. Черт, куда идти? Куда, куда? Черт. Вот сюда. Так, ладно, этот меня запалит, наверное. Так весело. Так, а ну-ка. Извините. Жестко. Следы. Где же патруль? Наверное, там, куда ведут следы. Ох, как ледок трещит. Она тебе не нравится. Да мне-то на нее вообще пофиг. Ну-ну. Ну, талант у нее есть. Я эту твою татуху оценила. Ты такая добрая. Но вы с ней были не пара. Интересно. Заткнись. Ладно. Привяжи искру здесь.
Искра. Привязывайся. Эй. Хочешь увидеть кое-что поразительное? Ты сейчас на свою рожу покажешь? Ты уж поверь, самое поразительное. Сил моих нет. Пойдем, дурында. Так. Патронцы. Что было? Нам сюда. Давай. Как тебе вид отсюда? Белдиш. Красиво. Там мост разрушен. У этого маршрута свои плюсы. Где тут надо отметиться? Пошли. Черт. С кем ходила по этому маршруту? С Джесси? С Юджином. А, о, Юджин. Веселый был мужик. О, да. А еще он научил меня менять проводку в аппаратуре. Всем бы нам быть такими 73. 73. Всем бы дожить до этого возраста. Давай, полезай. Давай, раз, раз. Раз, раз, раз. Отметишься? Что здесь было? Это бывшая радиовышка. Бывшая, а теперь что здесь? Так, а это что-то со времен радиовышки тут стоит. А это, я так понимаю, бульбик Юджина? Ха, это мой. Он мне его отдал. У тебя, кстати, с собой нет? Офигели. У Юджина всегда был запас. Офигели там, чели. Иди сюда. Город, последний пункт маршрута. Посмотри. О, вон там лыжная база, которая на маршруте Томми и Джоэла. Она самая. А вот и город. Это вот где вышка? Да, там следующий опорный пункт. Это супермаркет? Да. Мы пройдем мимо него по дороге в город. Пойдем за лошадьми. Вопрос.
же одежда, что и вчера. Она чистая. Я не осуждаю. Блин. Слушай, это же вылазка. Мы убиваем зараженных, а не красуемся. Да. И так хорошо. Ну, спасибо. Кстати, здесь персонажи тоже щурятся, когда им в рожу светишь прямо. Нормально, чё? Но это не новинка, я помню, это в Uncharted 4. Поехали. Поехали. Давай, тут. Хорошо бы умереть, как Юджин. Копытцем. От инсульта? Нет. От старости. Прожив долгую жизнь. Ты-то? Куда тебе? Ты же безбашенная. Кто бы говорил? Ты, скорее всего, загнешься от переохлаждения, гуляя по снегу в кедах. Сейчас-то на мне ботинки. Ну, смотри на ледик. Вот такие дела. И на ней ботинки. Может, осмотрим эти дома? Вроде тихо, но можно, если хочешь. Что-нибудь да найдем. Осматриваем раз-раз. Что ты знаешь про это место? Еще один эвакуированный квартал. Зараженные почти никогда сюда не доходят. Мы обычно ловим их на внешнем периметре. Ты опоздала, я уже ухожу. Какие планы на вечер? Хотела позвать Джоэла посмотреть фильмец. О, вы что, помирились? Ага. Какой фильм будете смотреть? Джоэл, что любит? Кёртис и Змей 2. Этот я давно уже собиралась глянуть. О, да. Смотри, что нашла. Ты же вроде собираешь такие карточки? О, такой у меня нет. Тессерактер. Бррррр. Нейтральный тессерактер. Спасибо, Дина. Так, к этому моменту я уже... Мы раньше смотрели эти дурные боевики 80-х. Много карточек нашел. Да ты что? Но сейчас я их не буду искать. Да и мне они нравятся. Ну, поехали. Он тут успевал рассказать, что там в фильме происходило, еще что-то. Черт. Температура упала. Но это мы пропустим. О, успокойся, милая. Зараженные постарались. Сколько нужно зараженных, чтобы завалить лось? Больше одного. Ну и где они теперь? Давай поищем.
как же они туда-сюда? Бам. Готов. Забрызгали немного пол. Один есть. Да. Надо попробовать пробраться в подсобное помещение. Да. Ха. Бам. В затылочек. Все путем? Ага. Красиво ты его, кстати. Спасибо. А то. Ты думала, подруга. Дина, сюда. Тут бегуны. Давай его, Дина. Чё, клёвая игруха, да? Как брызнула. Красиво. Не пались. Бздина. Кирпичик. Да. Больше бутылочки. Ну, еще остались те в супермаркете. Обойдем здание. Где-то же должен быть вход. Что вот эта тема вообще странная. Забавно. И это... Господь, Господь. Дина. Дина. Так, почему не работает ничего? Помоги залезть. Хочу осмотреться. Ну давай. Ну залезай. Огонь так огонь. Вытащи меня, вытащи меня, вытащи, вытащи. Хватайся. Спасибо. Смотри, видишь? Ага, давай подумаем, как туда пролезть. Дина, давай здесь. Сейчас меня опять сожрут, если чё. Это было в трейлере. Элли, ты цела? Да. Только ушиблась. Надеюсь, ты умрешь от старости, а не от заражения. Не хочу стрелять в твою милую рожицу. Да, у меня иммунитет, расслабься, подруга. По рукам. Класс. Элли-то, кстати, не в курсе. Джоэл ей там наплел, что людишек с иммунитетом много было. И эти ученые проводили эксперименты над ними. Будто бы... Нет, этого он не говорил. Ну, короче, он сказал, что людей с иммунитетом много и... Нифига не дает.
На самом-то деле они, походу, могли найти лекарство, но она бы померла от этого. Я вот внутри. И все. Вот телек какой клевый. Бухлишка. Смотри, нашла спиртное. А я тряпки. А из этого мы делаем аптечку. И перевязываем. Раз, 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 раз. Намотали. Я вижу споры. Маски. Согласна. Саски. Только помни, я не хочу стрелять в твою милую мордашку. Угу. О, какая забота. Ну, а тут у нас зараза водится. Значит, они давно здесь. Не нарваться бы на старых зараженных. Не знаю. Он вроде под нами. Нам надо на первый этаж. Стрельни в затылок, он обычный. Кому? Кому в обычный затылок стрельнуть? Я не понял, кто он. О чем речь? Ну, вот тут, смотри, доска работников месяца, и я сразу заметил, что в июле собака. Ну, я на месяц не смотрел, но тут собака. Вот, а здесь, значит, сейф находится. И тут вот написано. Код, дата, когда мой умничка стал работником месяца. И тут вот фотография тоже этого умнички. Тут на слух тоже можно услышать, когда оно цокает. Сейфы будем открывать и без кода. Спасибо. Блин, это я сделал зря. Бздина чешет. Понятно. Так и запишем. Щелкуны. Самая стрёмная херня. Они типа слепые и только на слух ориентируются.
Так вот, как меня это спалило, я не знаю. Я же звуков никаких не ждал. Так. Что-то... Что за прикол? Я не понял, я же просто прицеливаюсь. Как меня это спалило? Звуков нет. Нет звуков, понимаете? Этих слепых гадов мороз по коже. Надо убедиться, что больше в здании никого нет. А потом сразу сваливаем. А я не знаю, что там в Half-Life было. Я не уверен, что это прям оригинальная какая-то идея. Это раньше такого не было. Дина, поможешь? Сейчас. Чужой, например, много видел. Я, блин, просто в прицел хотел посмотреть на нее. У меня для тебя подарок. Как она меня засекла? Что за бред? Элли. Давай, подарок. Держи. Спасибо. Как не отвлекать? Я тебя... Он на них отвлекается, потому что присесть хочет. Осторожнее. Я профи. А их тут прилично. Что скажешь? Сначала перелов. Бегун-алкоголик. Thank you.
Чё вы щелкаете? Вас никто к этому не принуждает. Остался кто? Нет. Знаешь что? А мы крутые. Так да. Я дела. Ребята не поверят, сколько мы уложили. Так. Доберемся до опорного пункта. О, кстати. И переведем дух. Хочу кое-что попробовать. Согласна. Так, надо затолкать ее. Ты вот сюда. Так. Сюда. Так, 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 так. Ну, толкайся. Так, отлично. О. Так. Блин, а есть кого еще подтолкать сюда недалеко? Ну это должно того стоить. Давай, поехали. Шевелись, Гарри. Не застревай возле стеночки тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно получается. Дина, подвинься, я тут занимаюсь делами. Она, на удивление, спокойно на это все реагирует. Действо. Не мешай мне. Так, почти. Мы просто сейчас будем веревку отсюда доставать. Интересно поглядеть, что из этого получится. Не поддается. Ладно, вот что мы сделаем. Ты просто перебросишь меня через ту дыру в крыше. Угу. Ладно. Так. Вот кабель. Воу-воу-воу-воу. Достал. И все. Ага. Думаю, выдержу. Да, я ожидал немного не такого веселья. Ну да ладно. Давай! Оп. А то. Давай, залезай. Ладно, сойдет. Я пошла. Да пошла ты. Кстати, механика с веревочкой из Uncharted такая с раскачкой вот. Но намного круче. Я первый. Угу. Где? Далеко до опорного пункта. Вон за следующим городом. Ну, веди.
Я сам поведу. Она на этом моменте, кстати, пропадает. А она осталась сзади. Ну-ка. Сюда! Хотя как пропадает? Или начинает Слушай, ее звать? Я просто начал тупить. То есть можно сделать так, чтобы она ее и не звала. Но капюшон напялили. Все хуже и хуже. Вернемся назад. Блин, все-таки она тут осталось-то. Резко сдристывает. Я знаю, милая. Блин. Походу, иначе никак. Дина, сколько еще? Дина? Бздина. Моя лошадка резко затормозила. На лошадиный хвост. Заходи. Я закрою дверь. Бывало тут? Проездом. Ой. Ладно. Ой. Давай тут все осмотрим. Ой. Книженцы я немного раскидал. Дверь заперта намертво. Там что-то виднеется. Кажется, это кровать. Думаешь, здесь кто-то живет? Не видишь другого входа? Блин, а можно скинуть? По-моему, тут давно никто не бывал. Блин. Надо глянуть, что там. Ладно, можно и так. А, можно и так, а я кидал. Это что тут такое? Это Юджин притащил. MPEG 4 DVD, о бой. Да, больше никто не стал бы с этим возиться. Но зачем он от меня это прятал? Точно его убежище. Смотри, какие пальчики. Ух. Он из цикад? Он служил с Томми. Такие дела. Бунг с противогазом? А тут должен быть такой? Я и не знала. Да уж. Я видел такую штуку в алхимике. Ты о чем? Он сказал, что взорвал блокпост в Денверской зоне. Убил 3 солдат. И 2 жителей. Господи. А еще он говорил, что они с Томми пытали какого-то генерала. Ну, не знаю, чтобы Томми пошел на такое. Он и не такое мог. В смысле? Они с Джоэлом на все шли, лишь бы выжить. Да уж, это уж точно. Кстати, жирафик был игрушкой родной дочери Джоэла, которая была в самом начале первой игры. А потом ее застрелил военный. И она умерла в самом начале игры. Потом Джоэл нашел Элли и
захотел из нее сделать себе новую дочь, наверное. Вот, кстати, оно. Uncharted на месте, PS3 на месте. Еще игра какая-то Джак, я не знаю, никогда не играл. Эй, я нашла генератор. Дегенератор. Так-то лучше. Ого. Крутой у тебя верстак, Юджин. Тут можно модифицировать оружие. Не играл, но осуждаю, да? Да, это тут будет. Только я этого не нашел, я когда проходил. Но сейчас найдем. Ну, Юджин это дед, ты вообще следишь за сюжетом? 74 года ему или 73 было, когда он откинулся. Она с ним походы ходила. А сейчас оказалось, что он с братом Джоэла еще был цикадой. Блин, котенок украл Даниного мишку маленького. Когда ты успела? Почему? Ты его никогда не любила. Отпусти. Да отпусти. Не кушай его. Кушай лучше еду. Теперь будет за ним гоняться. Она все время, короче, крала Даниных куколок каких-то, маленького пони. И грызла им волосы. Ну что ты делаешь? Скучно. Так вот, модификации оружия. Можно осматривать. Это пофиг, давай что-нибудь изготовим, посмотрим, как это будет выглядеть. Она тут типа вон прям такая клац-клац, что-то делает, мутит. Прикольно. Да, вполне. Так-так. Киса. Блин, опять беситься начала. Так, а тут у нас что? Юджин, вернись домой. Цикады хотят спасти мир, но вот пусть и спасают. Пусть разбирается с военным. Скучаю по тебе. Могут обойтись вести от цикады. Короче, ну они говорят, он помер. Там еще что-то есть. Ты видишь, как спуститься? Здесь никак. Помоги. Ясно же, секс-берлога. Поэтому он тебе и не рассказывал. Надеюсь, что секс-берлога, а не что-то еще. Он страдал от одиночества. Вот вам и секс-берлога. Боже мой. Это ж травка. Куча засохшей травки. Вот смотри, об нее можно тереться. Шишки всякие тут висят, вон. Головой их зацеплять можно. Да, вот это место я не смог исследовать, потому что
первый же интерактивный предмет, с которым я взаимодействовал, оказался сюжетным и запустил сцену. Этого я не видел уже. Smash Brandy Scooch. Это порнух. Интересный выбор, Юджин. Запускайте, девчонки. Не хотят. Видела бы Мария, она бы взбесилась. Как он все это организовал? Это ж сколько времени нужно? Да вроде его, его что предостаточно. Мне не сказал. Я бы ему помогла. Ну, как он выделен. Дина, это маска, чтобы травку курить. Какой же он был умный. Мне некуда. Ну, в алхимике реально такая продается у нас. Вот удобный диванчик. И коврик тоже. Блин, нифига у него тут складки какие. Клевые. Ну вот, а я подошел и перешел пощупать вот это. А это у нас что такое? Угу. Это анальные свечи, я так понимаю. О, неплохо. Она не сгнила? А травка может? Проверим. Все, курточку уже снимаем. Не можешь открыть? Все, я могу. Срань. Дай-ка сюда. Ну-ну, будто у тебя выйдет. Ну да, тут. Ага. В жопу. Ты совсем долбанутая? Ну, открыла же, да? Поехавшая. Я могла бы кинуть в сторонку, а не прям под ноги. Мне. Нормально. Ладно. Мы же все равно тут надолго. Зажигай. Безусловно. Куда с ногами? Куда с ногами на диван? Чё за американцы, блин, вечно лезут. Не разуваются нифига. Можно тебя спросить? Даже не в кедах. Ну, давай, рискни. По 10-бальной шкале. Где 1 полный отстойще, а 10 это верх блаженства. Как бы ты оценила тот наш поцелуй? Зачем поднимать эту тему? Ты сказала, это ошибка. Я так сказала? Что ты делаешь? Я прошу тебя дать оценку. Будешь тебе ничего не дать? Не знаю. По-моему, 6. 6? Да. 6 без минуса. Ну да. Вокруг было много народу. Да, но 6. О, а что? Теперь мне правда интересна твоя оценка. Лучше не знать. Что, весело уже? Ты бесишь. Кто бы говорил?
Уж лучше мерзнуть снаружи, чем сидеть тут с тобой. Тебя никто не держит. Шестерка меня не устроит. Выкидывает такая окурок, и все загорается. Бш. И они загорелись уже, судя по всему. Прохладно. Тут, короче, зараженных до хрена, я на них даже смотреть не хочу, я просто убегаю к черту. Комментарии читать не могу. Я занят. Очень медленно. Я опаздываю. Блин, дерьмо. 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 Дай. Больные люди. Лицо не трогай. Дай мне руку. Придется бежать. Их слишком много. Я прикрою. Бегите. Сюда, скорее. Сюда. Черт. Стойте. Перезарядка. Вон там окно. Надо попасть к нему.
Как нам туда залезть? Используем ее. Меня? Слышь, подруга! Толкай ее на тележку! Они лезут внутрь! Я думаю, она бы и сама справилась. Успел увернуться. Здесь Щелкун! Щелкун. Зажибизи. Откуда? Когда мне было 12, я нашла скейтборд. О-о. Попыталась на него встать. А он из-под меня как выскочит. Ну а шрам-то откуда? Упала на свой нож. Ладно. Химический ожог. Это я сама. Зачем? Скрыть след укуса. Вот здесь. На меня напал зараженный. Мне было 14. И оказалось, я иммунна, так что остался только круг от зубов и рубцы и... Ау! Иди к черту. О, эй! Я же тебе рассказала правду. И я тебе рассказала правду. Тебя укусить? Ты слышала? Джесси? Черт. Только не заходи, ладно? Стой! Подожди, пожалуйста!
Что? Да отвернись ты! Что ты делаешь? Вы издеваетесь? Ты должна быть в патруле. Но там же пурга. Это травка? Зачем пришел? На тебя рассчитывают, понимаешь? У нас важная задача. Тогда почему ты не в опорном пункте? Потому что Томми и Джоэл не пришли. То есть как? Мы их час прождали. Я искал их лошадей и увидел здесь свет. Может, они в город вернулись? Без всякой замены? Нет-нет. И большую площадь ты уже осмотрел? Не очень. Разделимся. Пойдем с разных сторон. Прочешем все за считанные часы. Не хочу, чтобы ты ехала одна. Мы не знаем, что там. Именно. Вдруг им нужна помощь. Ладно, я на запад, Дина на юг, ты пойдешь с востока. Но действуй разумно, хорошо? Да. Так, на месте спортсмены. Да, вот такое бывает. Ну, поехали дальше. Чертовски повезло. Не представляешь, как. Как ты сюда электричество провели? Ты где вообще была? У нас на крыше солнечные батареи. Кто все эти люди? И давно вы здесь? Еще со вчера. Со вчера? Да. И что ищете здесь? Просто проходили. А вы тут живете? Ну да, в паре часов пути. Может, пойдете с нами, наберете припасов в дорогу. Да, спасибо. Меня зовут Мэл. Томми. А это мой брат. Она Джей. Беременна, мы слышали. Вы что, слышали о нас? Да, слышали. Все в норме? В отключке. Тащите его к стенке. Томми! Отцепитесь! Отвалите! А!
Джоэл Миллер. Ты кто? Угадай. Почему бы тебе не произнести заготовленную речь и покончить со всем? Перевяжи ему ногу. Ну же! Не вздумай дернуться. Черт! Твою мать! Отойдите. Не буду. Отпустите его. Кто это? Отпустите. Она пробралась. Его. Почему не было постов снаружи? Мы не думали, что кто-то появится. А чего вы ожидали? Надо уходить, пока за нами не бросился весь город. Все, хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Нет! Я вас
Боже мой. Элли. Элли. Какой ужас. Джесси! Они здесь! Нет. Нет. Сижу, можно? Да. Мария хочет, чтобы ты поела. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. И что, мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается. А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Чего? Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там? Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей. Оружие. И мне пофиг. Ты меня не отговоришь. Дай мне денек. Поговорить с Марией. Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну, я что-нибудь придумаю. Всего день. Один.
хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать. Короче, во второй раз менее грустно не стало. Стало даже более грустно. Лошадям не пробраться. Кажется, одну забрал Тони. И Мария велела закрыть конюшню. Тони, твою мать! Может, по пути что-нибудь подвернется. Машина, лошадь, что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Ну, значит, будет дольше. У тебя еще есть шансы отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Элли. Ты пойдешь, и я пойду. Вот и все. За рюкзаком. Он у восточных ворот. Я его там заранее. Что там такое? Что тут делаешь? Эй. Что тебе нужно? Я принесу. Я сама. Ладно. Все нормально. Идем. Да. Я здесь подожду. Спасибо. Да, прикольный был у Джоэла телек. Диноних. Хороший был день. Да, тут есть дневник. Но читать мы его сейчас не будем. Недовольные. Чего, киса? Чего хочешь? На ручки хочешь? Садись.
Я тут весь в проводах запутался. Перевели плохо. Водопровода, походу, у них не было нормального. Ну, то есть нет, сейчас тоже. Эти фигурки, мне кажется, я собирал по ходу первой части, или мне просто кажется, я не помню. Что-то случилось? Здорово, Маша. Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась. Черт, с два я останусь. Лучше б ты осталась, но я тебя знаю. Ты пойдешь с ней? Да. То есть просто возьмете и уйдете? М? Да. Пешком? Я сказала в конюшне дать тебе одну лошадь. И патроны возьмите. Спасибо, Мария.
Просто сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Окей. Okay. Ну ладно. Идите, а то скоро стемнеет. Держал его и топил, а Джоэл не дотягивался до пушки. Боже, ты испугалась? Я вообще не думала, просто подбежала, схватила ствол и пальнула ему в голову. Сколько тебе было? 14. А тебе когда-то впервые убила? Зараженного? Нет, обычного человека в здравом уме. 10. Ого. А за что? Он угрожал моей маме. Я его пырнула. Черт. Ты круче меня. Да, я вообще зверь. Мы заблудились? Да нет. Ну-ну. Доверься мне. А те психованные людоеды, про которых ты рассказывала? Один раз вы уже столкнулись с ними. Может, эти из ВОВ с ними связаны? Нет. Это другая группировка. Может, те контрабандисты из Бостона? Дина, у Джоэла было много врагов. Я не вижу смысла гадать. Ну ладно. Надо сначала узнать про них побольше. Да, зелень тут классная. Да, мы уже близко. Будь поосторожней. Ладно. Я не знаю. Я недалеко отсюда прошел. Скоро уже доберемся до этого места. А вот место, на котором я скриншоты делал. Там на остановке еще одна карточка лежит. Супергеройская вот эта вот. Ну что? Ну, я ошиблась. Все-таки ты вела нас не наугад. Останься с искрой. Ага. Вот еще одна карточка. Да. Да, тут у нас карта.
Если бы я ее не нашел, интересно, что бы было. Кек, я мог сюда и не заходить, наверное. Но она у меня должна быть. Есть там что годное? Я нашла старую карту. Ну, уже кое-что. Ну вот, смотри на лужи. Ну вот еще один прикол. Короче, так, что ты крутишься? А я фонарик не выключил. Короче, промокла. Одежда так клёво намокла, короче. Вот еще сейчас можно рюкзачок промочить. Вот так. Капли текут там куда-то с меня. Короче, жестко. Бэм-бэм. По-моему, там трещины. Вон там, на стене. Наверху. Видишь? Ага. Только вот как нам туда залезть? Как нам кверху? Помоги залезть. Я посторожу. Ты, главное, попробуй открыть ворота с той стороны. Хорошо. Thank you.
чуть не сдохла. Порядок. Ублюдки. Итак, от чего тебя запитать? Сейчас будем запитывать. Когда это написали? База Серевина. Уже что-то. Что там? А я еще в это окно тоже попал. Да, там коды, короче, от всяких ворот, походу. И там написано, что они на базе Серевина. И можно забрать топливо из откуда-то там, из-под суда. Он как стеклышко разбивается классно. А еще круче. Вот что. Это генератор. Это дегенератор. Сейчас покажу. Я прям так офигел с этой штуковиной. Вот эта веревка. Ее прям можно прокидывать как хошь. Извиняюсь. Вот, берешь ее такой, туда кидаешь. А теперь берешь, вот тянешь. А нафиг там? Она запуталась тут. Такой ап. И все. Пришел. Блин. Вот, короче. Легким путем не пойдем.
нормально. Ладно. Был за звук. Те ворота я открыла. Осталось с этими разобраться. Ну, мы в тебя верим. Спасибо. Так. Теперь нам нужно прочитать код. А какой код? Это главные ворота. 0512. Ладно. Тут написано. Main gate. Ну да. Нет пытания, наверное. Я же его не провел. Умник, блин. Ломал стекло. Этот раз не жахнуло. Так. Так. Как там было? Просто супер. Пора сваливать. Грохотнуло мощно. Грохотнуло. Что еще? Я нашла одну записку. В ней были коды. Говорилось, Вов на некой базе под названием Серевина. Серевина? Пойдем искать? Если повезет, поймаем одного из них. Разговорим его, потом посмотрим. Решено. Черт, смотри. Ох. Отель Серевин. Значит, это здесь. Ладно. Надо пройти через эти... ворота в жопу Федра. Какое название? Зато сразу понятно. Подберемся поближе и осмотримся. Если бы тебя в Бостоне застукали за таким рисованием, так бы отмудохали, если не хуже. Весело в этой вашей зоне. Ты знаешь, кот? В той записке их было несколько. Но сначала надо включить питание. Yes. Питание. Ну, попробуем. Хрена задала. Топливо закончилось. И что теперь делать? Записка. Что? В записке говорилось, что бензин есть в гараже под судом и в куполе. Но...
дом и купол? Ой. Я плаваю. Теперь отдыхаю со своим кирпичиком. Блин, в этой луже можно утонуть реально. Вот, если я вот так посижу. Я пытаюсь утонуть в луже. Ладно, я не буду тонуть в луже. Или буду. А. Она не может. Сама проснулась. Не хочет тонуть в луже. Да, блин, туда ехай. Кволик, постой. Да зачем ты в помойку полез? Как он туда пролез? Я бы утонул. Спасибо. Так, и где же мы? Вот карта, если бы я ее там не подобрал. Вот здесь. Блин. Отлично. Я буду отмечать поход. Вот интересно, реально, если бы я ее не нашел. Что бы было. Это что значит? Ну, короче, вот. Что по сути. Произошло? Видимо, военные разбомбили тут все к чертям. Но зачем им это? Ну, иногда они уничтожали районы, в которых прорвались зараженные. Или бунтари. По-моему, это перебор. Ну, обычно помогало. Против зараженных или бунтарей? Всех. Черт. Поверь. Тебе повезло, что ты росла не в зоне. Я склоняюсь к той же мысли. Что было бы, если бы я осталась? Наверное, тоже стала бы солдатом, как эти уроды. Ну нет. Чтобы ты слушалась чьих-то приказов? Да. Ты права. Честно говоря, я думала, зона в Сиэтле должна быть более населенной. Ага. Может, они все прячутся на Серевине? Как ты думаешь, сколько их всего, этих вов? Ну, не меньше 8. Надеюсь, это все. Посмотрим. Но надо быть начеку. Надо набрать припасов. Ей 18, да. Ну что? А сколько? Эй, что это? В каком-то банке есть припасы. Я думаю, надо туда сходить. Я же в начале игры об этом говорил. Ты уже вообще у тебя отшибла память. Даже комментарии. По комментариям можно это заметить твоим. Их было 14 в первой части, прошло 4 года. Короче, вот. В этом банке я только и побывал. Дальше я не проходил. Эту записку я нашел уже после того, как сходил в банк. Вот он. Лошадка, ты не туда пошла. Давай я еще раз пройду банк. Там прикольное место. Искренне воспринимает меня всерьез. Что? С чего ты взял? Ну, хотя не особо. С чего она вечно ржет? Ох, ох, да ладно, смешно же.
Нашли, смешинка. Просто клёво. Особенно то, что нас в любой момент может завалить. Расслабься. Он столько лет так простоял. Еще один день ты продержится. Наверное. Так себе затея. Может, походу запалили, нет? Про каналы. Это бегун. Правда, что ли? Я мистер Бегун. Миссис Желдун. Или мистер, я не знаю, как у вас там. Давай, мочи его. Все. Это был последний. Его. Ну, банк мы нашли. Откуда на них жилеты? Они не похожи на солдат. Да. Не знаю. Так. По-моему, эти в жилетах хотели ограбить банк. О, точно. Прям как в том фильме. В каком? Про грабителей из серфингистов. А, да. Клёвый фильмец. Ну вот, короче, 60-23-06. Тут, короче, план расписан. Вот, тыры-пыры. Какой там код? Нам сюда. Потом 23, а потом не помню. По звуку услышал, спасибо. Смотреть было лень. Короче, вот такие дела. Тут у нас сидел человек в куртке Бэйна, если вы понимаете, о чем я. Сколько же тут денег?
Полная сумка. Да уж. В прежнем мире мы были бы... богачи. Короче, вот. Друзья заперли его здесь. Нарвались на больных ублюдков. И как только все началось, короче, это сражение, они решили ограбить. И его покусали. И он решил подыхать. Пошли грабить банк в день начала эпидемии. Наверное, тогда это казалось умным. А здесь я нашел секретку одну с ачивкой. Вот, смотри. Колечко. Классно. Видишь, что на нем написано? Sic Parvis Magna. Такие дела. Ячейка Нейтана Дрейка вот здесь находится. Да. А он в джунгли смотрит. Кстати, дробовик надо попробовать. Я их тут по стелсу вальнул. Привет. Согласна. Это я сделал. И это я сделал. Бой. Я немножко скосил, конечно, но нормально. Ну, короче, да, на этом все. Посему загружаю свой сейв. Может, еще чуть-чуть пройдем. Там у меня собрано много всего. О! Быстренько. Считай, что был загрузочный экран после выхода из банка. Так, а тут уже нету сумки. Я ее что? Тут же сумка была. А в ней уже записка. Она сумку всю забрала прямо. Так, одну аптечку у меня есть. Тех ресурсов еще на один молотов, на всякий случай. Что я пропустил? Нет. Я так не поджигай. Вот интересный момент, она подожгла уже. Вон оно горит. А потом такая раз. Раз. И в рюкзак спрятала. Потом опять. Вот. Я, кстати, не знаю, когда она решает поджигать. Но если я нажму кинуть, она точно подожжет, но. Вот. Вот если сейчас, наверное, я вытащу, она подожжет. Да. И опять в рюкзак спрячет.
Поехали. Я так всегда делаю. Лучше уж горящий молотов в рюкзаке, чем то, что было у нас в школе однажды. Было однажды. Однажды у одного младшеклассника в рюкзаке оказалось говно. Так, а что я добавил на карту? Okay. Ага. То есть это и есть какое-то место. Я выключил. У меня субтитры выключены же. Я ломал стекло. Осторожно. Спасибо за предупреждение. Получить. Это что? О, VLF написано. Так, давай-ка таблетосы. О, сколько добра. Ладно, вроде я все осмотрела. Доктор Укман. Очень умный человек. Сторона новые псы. Уважаемым ученым был. Ху. Укман. Злодей. Короче, я не знаю, зачем я это читаю, в принципе, это ничего мне не дает. Да, там же у меня просто разные карточки есть. Вот есть Гроссмейстер. Сейс Микайла есть. Вот. Она у нас нейтральная злодейка. Блин, что ж такое? Вот эти вроде добрые должны быть. Героини. Кстати, героини. Вот это черный, похож на сына Вилла Смита вообще-то. Это девочка, оказывается. А что, мы не будем комментировать вот эту надпись? Ладно, если я отсюда упаду, я умру. Или сильно покалечусь. Чё вы топаете так громко, а? Кобылки. Так, что у нас здесь? Что тут произошло? Похоже на засаду.
Посмотри, сколько дырок в этом грузовике. Наверное, наши друзья из ВОВ. Вот так думаешь. Просто солдаты. Просто выполняли свой долг. А тут... бах. Бах. Такая работа. И что мы тут имеем? Все ради вот этой баночки. Классные башмаки. Эй, Элли! А? Легко, не парься. Беспокойство у меня в крови. Да, я мог сюда и не залезть, в принципе. Если бы не решил по этому грузовику запрыгнуть. Так, и чё тут? Опа. Ой, бой. Ну, молоток, конечно, классно, но он прям так вывалился. Топорик получше будет. Так, а с этим что? А куда нести? Элли? Да? Ты ничего не перепутала? Да вроде нет. Нормас. Понял. Моя фамилия Дрейк. Элли Дрейк. Здесь фига быстро спустилась. Тут паркур не работает. Такс. Неудача. Постигла. Так, а почему я начал красться? Я же не нажимал кружочек. Или нажимал? Но тут нет никого. Какое-то насекомое как будто издает. Ну тут прям локация пипец открытая. Дина. Пропала, блин, куда-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хотелось бы мне туда лезть, но надо. Надо исследовать все. Будем исследовать, значит.
залезть под водопад. И помыться. Ну, не особо. Я заметил, кстати, у нее иногда развивается вот эта вот прядь на волосах. И она ее поправляет время от времени. Ну, нет. Не хочет, но это тоже. А, вот поправила. Блин. Офигенно. Фашисты тут живут. Добавлено место. Со знаком вопроса, возможно. Там сейчас будем. Караван. Военным тут крепко нападали. Вов. Впереди караван. Так, а туда... А туда как залезть-то? Секунду. Может, надо на мост? Смотри, кажется, я нашла суд. Ты уверен? Видишь вывеску вон там? На здании, где сказано суд. А, ну, поздравляю, детектив. Значит, нам не сюда. Ой-ой. Слышишь? Слышу. Зараженные. Они в здании суда. Ну их нахрен. Сейчас нам достанется. По крайней мере, мы готовы. Не переживай, подруга, еще не достанется. Мы поедем на разведку вот сюда еще. Смотри, вон у него сверху, это что? По-моему, купол. Да ладно. Да, ты права. Я отметила. Что ты поотмечала? Это ключевые локации, походу. Да, перестань. Она не может открыть рюкзак, когда на коне. Что? Так, стоп. Что было написано в той записке? Забрать любое топливо из гаража под судом и купола. Да, это в двух местах можно найти. Ну, окей. Здоровые папки. Чё, сюда нельзя залезть? Вдруг
перестала прыгать, да, не хочет. Убери метку. Зря я нажал. Туда нам не нужно. Смотри, что нашел. А? Тут кто-то разбил лагерь. Причем недавно. Думаешь, это Томми? Может быть. Костер из Dying Light, а почему? Чем он такой примечательный? Dark Souls, ну почему? Это просто костер. Я не знаю, было ли возле этого костра место сохранения. Я не знаю, сохранило мне или нет. Блин, нифига, как это получилось? Как он смог уйти под землю? Тут оползень был. Похоже на такую же самую сумку с запиской. Так. Рого. Роджер. Ослабили Федра. Все, что печального. Давай на танке лучше покатаемся. О, открывается. К? Не повезло ребятам. Что там? Обгорелые скелеты. Уф, не хотела бы я так умереть. А как бы хотела? Это как с теми астронавтами. Что за история? Один из первых полетов к Луне. Произошло замыкание, и астронавты сгорели в своей капсуле. Ну, они хоть погибли ради чего-то стоящего. Именно. А это просто гниды, которых убили другие гниды. Лошадь уходит от нас куда-то.
Так, ну можно подождать автобуса. В принципе, когда он там ходит. Вот мы здесь. Ой. Ой. Блин, стекла тут разбиваются просто, пипец как. Куски валяются, вон, толкаются. Через 5 минуток? Ну давай посидим. В осколках подождем. Блин, а руки так не порежет. Ай-яй-яй-яй. Неприятно, наверное. Ну чё, блин, зайдем, раз уж здесь, в одно из мест. Выдача топлива. Нам сюда. А Федра серьезно подошли к делу. В Бостоне еды вечно не хватало. Голод сводит людей с ума. Пентра, да. О, это что за прикол? Ништяк. Свет шумовая, блин, нифига она здоровая. Ну, таких штук у меня нету. Так, где она? А сверху. Окей. Угу. Сержант Уорд. Минут на 15, да блин. Спринг и пятый. Еще одно место. Ну вот, буду исследовать эти места все, ладно. Но может и не сегодня уже, надо бы спать ложиться. Блин, уже 3 часа? Я буду вырубать. Короче говоря, можешь отлучаться уже насовсем. Ну окей. Пару мест нашли, все. Сохраняемся. Резервное автосохранение. Так, стоп. Вот 6:06. 2:31. Ага, это то, что мы сегодня проходили. Это мне не нужно. А это перезаписываемся. Все на месте. Да. Спокойной ночи.
Спасибо за просмотр. Завтра будем продолжать. Завтра надо хорошенечко попроходить. А то кое-кто из моих знакомых, друзей уже прошел. А я, блин, нифига не продвинулся никуда. Так что все. До завтра. Пока.